Привет, девочки и мальчики, а также их родители. Просто коллекционеры и любители собак. Марка Чичилав – это не только очаровательные плюшевые собачки, но и среди них есть маленькие коллекционные щеночки. Называются они Чичилав and Friends. Это стильные щенки со съемной одеждой. И сейчас мы вместе с вами откроем и посмотрим, чем же эти щеночки такие необычные. Первый я открою коробочку с собачкой Хлои. Это щеночек породы пудель. В упаковочке лежит ознакомительный вкладыш с именем собачки и со всеми собачками из этой коллекции. Их всего 6 штучек. И все 6 мы сегодня с вами откроем. Эта милая фигурка щенка выполнена из пластика. Фигурки щенков небольшого размера, которые удобно брать с собой везде. У Хлои светлая шерстка и модный костюмчик. У нее маленький носик черный, большие глаза. На шее у нее настоящая бижутерия. Костюмчик у каждой собачки снимается. И собачки могут меняться костюмчиками между собой. Закроем на кнопочку. Еще у нашей модницы в комплекте идут украшения, которыми она может дополнить свой наряд. Это декоративные аксессуары в виде бантика и логотипа. На костюмчике есть специальные дырочки, в которые эти аксессуары можно вставить. Каждым щеночком в коробочке его любимое угощение. Это вкусное пирожное. Посадим Хлои на место, а мы с вами откроем следующую коробочку с обаятельной собачкой Санни породы шпиц. Это ее табличка с именем, стильные аксессуары на одежду. Я забыла упомянуть, что голова у собачек вращается. Санни в восторге от ярких цветов и стильных украшений. Она обожает аппетитные пирожные. И вот этот кусочек торта был в ее коробочке. Щеночек светло-коричневого окраса с симпатичной мордочкой, голубыми глазками и стоячими ушками. На шее оранжевая настоящая повязка с цветочком. Желтая юбка в белый горох. Сейчас я прикреплю ее аксессуары. Мне пришлось снять с нее юбочку, чтобы хорошенько их закрепить. А вот и следующий щенок. Его зовут Рокки. Открываем коробочку. Это его вкладыш. Малыш Рокки – это щеночек породы такса. Что мы можем узнать о его увлечениях? Что он ведет активный образ жизни, потому что среди его аксессуаров идут роликовые коньки, скейт. У Рокки темный окрас, висячие ушки, голубые глазки и вытянутая мордочка. На шее голубой платочек и очень стильная серая курточка. Прикрепим к ней аксессуары – совсем другое дело. А вот и твоя любимая пицца. Наш щенок любит именно ее. Коробочка с пиццей, кстати, открывается. И сюда можно нарисовать или положить кусочек пиццы. Следующий мы откроем щеночка Рози. Это ее картинка-вкладыш. Рози – это щеночек породы лабрадор с умными и выразительными глазками, розовой юбочкой с белой окантовкой и колье с бантиком на шее. У нее карие выразительные глазки. Среди ее украшений для юбочки надпись «Happy», «Бабочка», «Цветочек» и «Мороженое». А еще Рози сладкоежка и, как и большинство собачек, любит вкусные пирожные. Сейчас я прикреплю все ее красоты на юбку. И вот как у нас преобразилась юбочка. Милашка Рози. И нам осталось всего 2 щеночка. Этого зовут Сплэш. Открываем. Его карточка. Его аксессуары говорят о его увлечениях. О том, что он любит модные бренды. Клевый парень. Любит фотографировать и носить модные солнцезащитные очки. Это щеночек породы Лайка. Любит музыку. У него на шее настоящие наушники, как у меломана. А еще он любит фастфуд. С ним в комплекте идет бутерброд. Бутерброд похож очень на настоящий и тоже открывается. Его можно использовать как контейнер для хранения еды. Забавная мордочка с торчащими ушками, голубыми глазками, серая шерстка и яркий зеленый костюмчик. Он очень стильный. И я сейчас прикреплю его аксессуарчики. Вот как у меня получилось. Название модного бренда и остальные. И у нас осталась последняя коробочка с самым известным щеночком Чичи Кроя.
Это вкладыш Чичи. А эта девочка-щеночек самая настоящая модница. У нее стильные очки, розовое сердечко, помада, розовый фламинго и сердечко со словом «шик». Чичи – это щеночек породы чихуахуа. На ней очень стильный ошейник, розовая юбка с узором. У Чичи коричневый окрас, большие карие глаза. Она выглядит как настоящая королевская собака. И она любит мороженое. В этом мороженом есть даже трубочка. Чичи, ты же съела все мороженое. Сейчас я прикреплю ее аксессуары на юбочку. Сами фигурки очень качественные, приятные. Они не легкие, а достаточно увесистые. Выполнены все хорошо. Эта собачка просто девочка-девочка. Это полная коллекция щенков Чичи Love and Friends. Мы с дочкой, как любители собак, конечно, будем в них играть. И если я не назвала породу какого-то щеночка, напишите мне его, пожалуйста, в комментариях. Для тех, кто догадался. Они все очень харизматичные, я надеюсь, что они вам тоже понравились. Увидимся с вами в следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пальчик вверх. Ждите новых конкурсов. На этом пока-пока.